Дорогие зрители, всем привет! Сегодня хочу с вами приготовить вкусные панкейки по очень легкому рецепту. Здесь у меня уже одно яйцо. Дальше возьмем пол чайной ложки соды, капля экстракта ванили, либо ванилин, что у вас есть, 1 столовая ложка меда, 3 столовые ложки сахара, 200 мл кефира, либо прокисшего молока, 2 столовые ложки растительного масла, щепотка соли и 230 или 250 граммов муки. Это уже будете регулировать по консистенции теста. То есть надо смотреть, какая у вас мука. Значит, нужно все это вместе перемешать. Да? Сначала взбиваем яйцо с сахаром. Чтобы масса немного побелела. Добавляем кефир. Дальше мед. Экстракт ванили. Затем постепенно добавляем муку вместе с содой. Мука у меня уже просеянная. Смотрите, у меня получилось вот такое тесто, и муки ушло 220 граммов где-то, ну плюс-минус 10 грамм, но это уже, опять же, повторюсь, зависит от муки, да. Вот такое вот тесто должно получиться, то есть оно должно быть не жидким и не густым. Дальше я добавляю 2 столовые ложки растительного масла, как я уже сказала, это уже в конце. Еще перемешаю и оставлю тесто отдохнуть минут 10. Тем временем нужно разогреть сковородку. Сковородка должна быть абсолютно сухой. Лучше использовать с антипригарным покрытием. Все, тесто готово. Сковороду нужно хорошо разогреть и огонь убавить ниже среднего, чтобы панкейки не подгорели. Как только появляются пузырьки и они лопаются, значит, нужно переворачивать. Хочу показать вам, какие вот пористые внутри получаются вот эти панкейки. Это за счет того, что у нас тесто на основе меда. То есть мед таким образом гасит соду. Сода очень хорошо начинает работать. И вот такие вот поры получаются. И плюс ко всему, это тесто, если вы действительно подберете такое вот именно тесто по консистенции, да, то у вас получится вот такие вот воздушные панкейки. Вот посмотрите, какие они. Вот. Внутри абсолютно пропеклось все. Очень-очень вкусные, мягкие. Ну, вообще просто тает во рту. We are the brave, we are the bold, we can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark, we can do everything, everything, everything. So hold on, don't stop, there's so much in you. We are the brave, we are the bold.
is a day we can do anything, 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 and all our dreams light up the way. We can have everything, everything, everything. So stand up, don't stop. The best is in you. We are the if